закусили и не закусили. В чем отличается выпить от не выпить, закусить от не закусить? Значит, объясню вам, что выпить от не выпить, закусить от не закусить, закусили не закусили, выпили и не выпили. Кто-то пил, а потом не пил, а потом закусили. Значит, потом мы пили и не пили, и значит пили и не пили. И предлагаем вам, значит, товарищ Андрей, мы с вами пили, потом не пили. Вот потом... тебе сигналит, ёбану, сейчас Галина приедет нахуй. Галина. А вот наш вечный паникер. У тебя это как его? Сейчас приедет. Как он называется, Андрюх? Которая не паника, а как она называется? Они знаешь, когда ты снимай этому на его, блядь. Знаешь, когда ты это, как его? Как она вот, не апатия, значит, как она, Антон? Мы здесь спим Антон. И... Фобия! Фобия! Когда ты боишься всего, точно! С чего ты боишься? Чего ты так резко оборачиваешься-то? Вадим! Что? Вадик! Что? Все, забирай свою эту хуету, я посплю. Я спать! Чем отличается, но все-таки баннерная реклама-то? Вов. Чем отличается баннерная реклама от небаннерной рекламы? Мне кажется, один тем, что спит, другой тем, что не спит. Я спать. Так, это Вовчика версия. Урок номер 3201. Чем отличается баннерная реклама от небаннерной рекламы? Отличие баннерной рекламы, что там есть баннер. А не отличие баннерной рекламы, спалил, там нет баннера. Это мое мнение. Сука. Антох. Да, я полностью с тобой согласен. Ну да, она разделяется, я понял они мнение. Они пиздят все нахуй, эти баннеры, блядь. Кто баннер спиздил? Он знает все нахуй. Чем отличается баннерная реклама? Это промоутер.